Песня современная, хотя и похожа на те, что исполняли в военные годы. Она про вынужденное расставание с надеждой на скорую встречу. София Воронина занимается пением 8 лет, учится в музыкальной школе и постоянно участвует в городских конкурсах. Выбирала песню год назад, я уже с ней выступала и на 5 мая в прошлом году. Ну и сейчас на конкурсе я готовила к вот этому именно конкурсу, потому что в прошлом году у меня не получилось, а в этом году я уже подготовилась получше. Мы живем около моря, и, наверное, девушки, которые ждали своих парней, они, наверное, постоянно о них думали и представляли все это. На сцене городского театра проходят муниципальные этапы фестивалей патриотической песни «Пою мое отечество», а также «Моя вера православная». Участников около 40, больше всего солистов, но есть ансамбли и танцевальные номера. Мероприятие проходит в третий раз. В этом году появилась номинация «Ты Кубань, ты наша Родина» – песни о Краснодарском крае к 80-летию образования региона. Участников этой категории у нас собралось немного, но песни сильные. Дело в том, что большая конкуренция была, и ребята уже знали. У нас как бы город небольшой, все знают у нас, кто участвует. И в этой номинации у нас уже, можно так сказать, пришли те ребята, которые действительно идут на победу. Та молодежь, которая этим занимается уже не просто в каких-то школьных аудиториях, а в музыкальных школах и в ансамблях, и уже имеют какие-то заслуженные звания. Творчество оценивают специалисты. По словам режиссера городского театра Ивана Иванова, уровень участников остается неизменным. Для того, чтобы его повысить, он предлагает уделять больше внимания отбору и подготовке номеров. Все-таки с ним немного поработать, вот, подсказать где-то. Потому что многое чувствуется, что ребятки сами просто вот как вот чувствуют, так и поют. Наверное, это правильно, но в то же время все равно это же конкурс на исполнение лучшим исполнения. Имена тех, кто в этом году будут представлять город-курорт Анапа на краевом этапе, объявят через неделю на гала-концерте.